Всем привет, друзья! На моем канале есть видео о изготовлении вот этой лавочки под названием «Присядь, перекури». Эта лавочка очень простая в изготовлении и очень удобная. Не менее удобная и вот эта лавочка, но в изготовлении уже будет посложнее. Но пусть это вас не пугает. В этом видеоролике я покажу, как ее сделать. Ну и давайте дадим ей название. Если вот у этой лавочки название «Присядь, перекури», то эту, я думаю, можно назвать «Устал, отдохни». Ну а название вот этой лавочки остается за вами. Оставляйте свои предложения в комментариях, и видеоролик о этой лавочке выйдет с вашим названием. Самым лучшим, самым шутливым, самым одиозным, самым ярким названием. Ну а призеру этого конкурса, как и положено, ждет подарок. В качестве подарка этот человек получит от меня насадку маврика, а также вместе с ней всю технологию герметизации в теплом шве. Кто еще не знает, что это за насадка, посмотрите видеоролик. Ссылку на него оставлю в описании. А также мои контакты для связи. Ну а теперь предлагаю перейти к изготовлению садовой мебели. А в частности, изготовлению лавочки «Устал, отдохни». В качестве материала для лавочки, как и в прошлый раз, буду использовать обрезки выпиленных проемов. На дрова пилить жалко. Да в принципе это и всегда можно сделать. А вот что-нибудь полезное из них сотворить, на мой взгляд, это будет разумнее. Это вот обрезки, или правильнее сказать, запасные части от основного сруба. Мы их тоже будем использовать, почему бы нет, все в дело пойдет. Ну вот, основание есть, половина лавочки, можно сказать, готова. Остается сделать сиденье и спинку. Первым делом нам нужно сиденье опустить на удобную высоту. Я это буду делать с помощью вот такого, на первый взгляд, хитрого приспособления, которое называется черта. Когти на черте раздвигаю на нужную мне ширину, на ту ширину, которой соответствует разница в высоте нормального сиденья от фактического. И с помощью нехитрых манипуляций обрисовываю верхнее бревно так, как оно должно лечь на нижнее. Место прохода до черты, то есть царапину, для лучшей наглядности обрисовываю карандашом. А затем все, что находится внутри окружности, удаляю с помощью инструмента. Thank you.
Thank you.